Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается того, что у человека, получается, нет интересов. Вот, нет интересов у человека, и, соответственно, он хочет как-то вот чем-то увлечься, да, хочет чем-то говорить о чем-то с горящими глазами и так далее. Значит, смотрите, на мой взгляд, вы, аноним, очень много требуете от себя. То есть вы хотите быть увлеченным чем-то, чтобы быть, нормальным. Вероятно. То есть это, вероятно, прям ваша такая вот, ваша цель. Быть нормальным. То есть вот глядя на этих людей, которые вот, которых вы видите, да, глядя на этих людей, вы как-то вот чувствуете, что вам-то хочется как раз, быть нормальным. То есть рядом с ними вы ненормальны. Вам кажется, что отсутствие интересов, это делает вас пустым. Вот. На мой взгляд, это не так. На мой взгляд, пустых людей не бывает, вот. И на мой взгляд, ситуация такая, что вы, вероятно, сами подавляете себя, вот. И, соответственно, ощущение того, что вы именно пустой и неинтересный, вам дает не то, что у вас нет интересов, а то, что вы подавляете в себе что-то. Возможно, вы подавляете в себе как раз именно то, что и могло бы стать вашими интересами, вот. Но, сравнивая себя с другими людьми, вы себя, конечно, обесцениваете, вот. Поэтому, я думаю, что ваша основная цель и задача, которую вы могли бы решить, и которую поставить могли бы перед, допустим, психологом, это задача именно по отходу от подавления и проявления себя. Да, замечание чего-то в себе, вот, замечание каких-то, своих эмоций, каких-то своих переживаний. Вот, то есть, грубо говоря, чего-то своего, да, замечания. Вот. И, соответственно, это то, что могло бы вам помочь. Дальше вы бы уже, на мой взгляд, пришли бы к какой-то идее, может быть, своих интересов. Дальше вы бы пришли к идее того, какой вы. Вообще просто какой вы, да, то есть вот, именно какой вы есть, вот, что вы есть и так далее. Но сейчас, вот именно сейчас, на данный момент это выглядит все-таки именно вот как, то, что вы себя слишком сильно себя подавляет, вот. И из такого состояния, в котором вы находитесь, на мой взгляд, довольно сложно, довольно тяжело действительно чем-то увлекаться, потому что вы сравниваете себя с другими людьми, и вы хотите также увлеченно, например, вы хотите также увлеченно о чем-то рассказывать, да, что-то, также увлеченно
что-то переживать и так далее. Но обратите внимание, пожалуйста, что вы это делаете, смотря на других людей. То есть вы это как бы сами для себя. Вы этого, вот, к сожалению-то, не делаете. То есть у вас такой, как бы, потребности нет. И связано это именно с тем, что вы, вот как мне кажется, себя, ну вот, так, тотально, можно сказать, подавляете. То есть, ну, вот это можно выразить как, знаете, невера. То есть у меня нет веры. Нет веры в себя. Я в себя не верю. Как будто бы. Вот. И не то, чтобы я как-то вот, ну, считал, да, не то, чтобы я считал, что должны вы в себя верить. Вот. Не то, чтобы я считал, что вы должны именно вот себе, ну, о себе что-то думать, такое, я бы сказал, ну, конкретное, да, вот, я так не считаю. Но, тем не менее, на мой взгляд, вам бы вот себя как-то, ну, как-то лучше чувствовать хотя бы, вот, потому что, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, вы себя вот как раз, ну, вот, вы себя так не чувствуете. Вот. То есть вы вот в этом смысле, на мой взгляд, ну, смотрите на себя, как бы сами на себя смотрите сверху вниз, вот, ну, обесценивая, как бы, себя. То есть вот, ну, по сравнению там с другими людьми, да, вот по сравнению там с вашими знакомыми, которых вы, например, описываете, вот вы, конечно, в этом смысле проигрываете, и вот это вот вам не дает покоя, не дает покоя. Вот. Какая-то такая история, то есть выглядит, по крайней мере, вот, ну, выглядит, судя по тому, что вы описываете, выглядит все так, что в вашей жизни очень много других людей, очень много людей, которые к вам, как, ну, как к таковому отношения не имеют. И эти люди вас отвлекают. Отвлекают именно от того, чтобы вот, ну, чтобы вам как-то вот прочувствовать себя, чтобы вам понять себя, чтобы вам заметить себя, чтобы вам увидеть себя и так далее. Вот, на мой взгляд, основная проблематика заключается именно в этом. Могу ли я ошибаться? Да. Могу ли я неправильно что-то понять? Да, могу. Это, безусловно, факт. То есть могу совершенно спокойно. Я не прошу, чтобы вы относились к моим словам как вот, ну, к чему-то вот такому, да, стопроцентная правда и так далее. Нет. Ни в коем случае это может не быть, то есть я могу быть неправ. Я не хочу, чтобы вы относились к этому так, поэтому не надо, пожалуйста. Вот, подумайте сами, вот, как вам откликается то, что я говорю, не откликается то, что я говорю, и решите уже тогда, как вам действовать и как поступать.
в этом смысле. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она, эта помощь пригодится. Вот, за обратную связь буду благодарен, это позволит вам начать над собой работу.